Рада всех приветствовать на моем канале. Сегодня речь пойдет о детках орхидей, полученных различными способами. Это в первую очередь показывают те, которые орхидейки подверглись омоложению. Макушка у Сары Голд не прижилась, а вот у этой гибридной орхидеи макушечка прекрасно растет, развивается. Уже вот такую детку пенечек отрастил. Здесь у нас растет листочек уже, то есть омолодила я их в один момент, но гибридный фаленопсис довольно быстро растет детку, видите, что она довольно крупная, нежели у Сары Голд. Но у Сары Голд сразу проклюнулось 5 деток, затем они перестали расти и только недавно стали развиваться, причем какая-то активна, какие-то менее активна, вот в частности вот эти. С этой стороны детки развиваются не очень активно. Здесь там ниже еще одна есть, но ее не очень хорошо видно. И с этой стороны за листиком тоже вот еще одна деточка. То есть вот так развивается у нас пенечек Сары Голд. Надеюсь, несколько деток вырастет, это уже хорошо будет. Но так или иначе, гибридный фаленопсис развивается значительно быстрее азиатских красоток. Далее я вам хотела показать вот эту орхидейку. Принесла ее сюда. Сейчас вот растет у нее листик. Цветонос, на котором у нас находилась детка, которую она дала по своей воле. Я ее ничем не стимулировала. Цветонос, на котором находится детка, стал подсыхать. Но чудным образом подсыхает буквально вот до места, где образовалась детка. Вот так. И дальше его не сушит. Таким образом, я делаю вывод, что детка ей нужна. Сушить она ее не собирается и продолжит ее рост в скором будущем. На данный момент детка никак не растет. Вот буквально, как я сняла прошлое видео про нее, так вот она и перестала расти. Листиков новых нет, корешков тоже новых нет. Растет сама мама. И пока на этом все. Я ее, кстати, так с покупного субстрата и не пересаживала. Вот по-прежнему растет, находится в добром здравии. И следующая красавица это мой Сог Лоренс на Бровер Оксфорд. Знаменитый цыпленок уже. Здесь я наносила цитокинин на почку, на самую нижнюю почку, и стала развиваться вроде как детка. И пока вот этот листик медленно-медленно развивался, больше новых листочков я пока не вижу у нее. Но надеюсь, все-таки детка здесь будет. Просто она цвела, и поэтому, видимо, силы ушли на цветение. Плюс ко всему росли корни, плюс ко всему росли листья. Вообще очень люблю этот фаленопсис. Он фаворит моей коллекции. Я люблю его больше всех остальных. Это не значит, что я не люблю остальные орхидеи. Просто это моя самая-самая любимая. Причем я не могу сказать, что цитокининовая паста как-то плохо повлияла на растение. Опять же скажу, что наносила ее на абсолютно здоровое растение, имеющее огромное количество корней, здоровое, полноценное. То есть листики у нас хорошие, красивые, тургор в норме. В общем, все замечательное растение, при этом еще и цвело. Только на такое растение и можно наносить цитокининовую пасту. Но опять же, не злоупотреблять. Если ничего не выросло, то значит ничего не выросло. И заново я ни в коем случае не наношу цитокининовую пасту. Я даю возможность растению расти так, как оно само желает, скажем так. Я хотела получить детку. Возможно, еще что-то с этого выйдет, но пока что результат такой. Поэтому наносите цитокининовую пасту на абсолютно здоровые, взрослые, полноценные растения. Но ни в коем случае не на ослабленные. И напоследок вам еще немножечко покажу Сару Голд. Точнее, ее пенечек и ее деточек. Пока я их рассаживать в ближайшем будущем, даже когда они, знаете, станут побольше, начнут пускать корешки, пересаживать не собираюсь. Хочу обзавестись хорошим кустиком Бравер Сара Голд, потому что
Цветет она потрясающе, если они все будут еще и цвести, то это вообще будет обалденное зрелище. Поэтому вот такая у меня сегодня информация была для вас. Я благодарю вас всех за внимание, за то, что подписываетесь на канал, ставите пальчики вверх. Мне очень приятно. Я желаю вам всех благ. Пока-пока.